вы думаете, что мы сегодня делать будем? Я не знаю, но если мы сдвинули парты, может, рукоделить что-то? Я тоже думаю, рукоделить. Да? Валентина Ивановна, что мы сегодня делать будем? Нет, не рукоделие у нас сегодня. Сейчас очень модный челлендж «Лизни, откуси и ничего». И я решила с вами в него поиграть. Есть листочки, на которых это все написано. Вы будете их по очереди доставать, не видя, конечно, что там написано. У меня есть вот такая волшебная крышечка. Есть тарелочка, в которой будет что-то вкусненькое. Вот, например, лук. Вы вытягиваете, и кто-то должен откусить, потрогать, лизнуть или пропустить ход. А если вы отказываетесь, с игры выйти нельзя. Я вам за это буду рисовать губки, реснички, стрелочки. В общем, разрисую вам лицо. Из-за этого советую не отказываться. Ну что, вы готовы со мной поиграть? Валентина Ивановна, как я буду накрашенным? Так ты не отказывайся, выполняй. Да все, хватит рындеть. Давайте уже начинать играть. Валентина Ивановна, а там все будет съедобное? Все оно съедобное. Может, конечно, что-то приготовленное, что-то нет, но никто из вас не отравится. Так что давайте начинать. Закрывайте пока глаза. Все, Валентина Ивановна, мы готовы. Вот и отлично. Открываем глазки. Так страшно. Аня. Сама. Потрогай. Я держу. Откуси. Откуси. Ничего, не лизни мне. Я потрогай. Вкусно. А теперь смотрим. О, ты лизни. Опа. Это был бы кошачий или собачий корм. Да, а ну-ка, какой-то. Не, нормально, нормально. Я это буду... Давай, давай. Да легко. Смотрите. Лизнуть, да? Ну что, молодцы. Готовимся к следующему. Закрывайте глаз. Молодцы, да. Молодцы. Можно открывать. Давайте мне листочки. Держите. Дарина, тебе повезло. Можно да, открывать. Да, тебе повезло. Это повезет. Я же мне повезет. Это конечно, да. Да, пусть я буду откусить. Так, все, Макс. Тебе что-то повезет. Показывай, Анечка, что у тебя. Лизни. Блин. Опять откусим, что прикалываетесь? Потрогай, потрогай. Ничего. Повезло. Ничего. И что же есть? Раз, два, три. А, это вообще легко. А я когда-то, кстати, пробовала. Сейчас я, смотрите. Смотрите. Они такие холодные, мягкие, странные. Я когда-то ела их, серьезно. Такие, именно не вареные. Пухо. Не пухо. Ладно, надо было просто откусить, а ты сырую пельмень скушал. Давайте мне листочки. Угу. Молодцы. Закрываем глазки. Я готовлю следующее. Вкусно было? Очень вкусно было. Неужели я сегодня никого не разрисую? Я надеюсь, нет. Открывайте глазки. Валентина Ивановна, там будет какое-то мороженое хотя бы. Или сникерс. А я этот хочу. Откуси. Да, она тебе чего у меня? Потрогай. Лизни. Ну думаю, что? Там же никого не будет. Готовы? Да. Опа! А ну! Почему не мне? Я не знаю, как это съесть. Вот так вот. А можно я немножко? Нет, кофе ничего. Передавай. Теперь я. Потрогай. Я хочу вот так вот прям потрогать. Блин, да не окусь. Все. Ну, лизни. Вкусно. Облизнула. Ну, это было легко. Сейчас я вам что-нибудь посложнее придумаю. Ой, я мне такое понравилось, конечно. Закрывайте глазки. Это было классно. Вот бы еще такое попалось. Согласна. А я хотела вообще съесть, а не потрогать. Это вам просто повезло. Кстати, я забыла сказать, что победитель получит большущую шоколадку. Закрывайте глазки. Так, Аня, вот это вытащи, съесть. Откуси, ну опять! Я это. Ир! У меня... Я вот это откручу. Подругать. Лизни и... Пушка, нет, не боюсь. Да, ну это не тебя. Да? Нет, ну это жестко, вы же сами писали. Нет. Аня, прошу. А как откусить-то? Ну кусай его как. Ну как кусать? Желток укуси. Ну, лицо там прям. Давайте желток. Ой, фу, господи.
Откуси! Аня, откуси! Откусила? Нет, ты мне сначала она ближе, а потом ты потрогаешь. Попробуем. А ничего такого особенного, я скажу. Нормально. Я думаю, будет намного жестче. А ты даже почти не откусила. Все молодцы, а ты, Аня, не откусила. Так что я тебя разрисовываю. Ой, Аня, ну все. Закрывай глаз. Все тут такое интересное. Да. Смешное. Ой, там будет тени. Стрелки? Да. Нет, или тени. Сейчас посмотрим. Тени. Тут тени стрелками. Нет, это стрелки. А, да, стрелки. Мы рассказываем. Ну, такое. Открывай глаза. Ничего себе. Ой, тоже красиво. Закрываем глазки всем. Девочки, мне хоть нормально рисовали? Да, завтра красавица в школу придешь. Маркер-то не смывается. Будешь еще раз так плохо откусывать, нарисую тебя похуже. И завтра придется идти действительно. Можно открывать глазки? Открывайте глаза. Давай. Вытягивай. Ай, страшно, что там. Потрогай. Откуси. Да, ничего ли лизни? Лизни. Лизни-то. Ничего. Ничего. Раз, два, три. Вот так это легко. Хрен, правильно? Да. Так, ты потрогай. Чего, ничего такого нет тут. Так, теперь я. Ну, откуси, он откусит. Да, я вот так сделаю. Хрен, кстати, вкусный. Меня сестра его очень даже любит. Очень вкусный. Прям пальчики оближешь. Ну ладно. Неужели вообще не печет? Я бы не смогла. Да не, Валентина, не печет. Да очень вкусно. Влад красавчик. Ага. А тебе подарили? Ну, такую чуточку припекал. Закрывайте глаза. Ну, если вам все легко, у меня есть очень-очень один хороший ингредиент, который точно никто не съест. Валентина Ивановна, а можете теперь начинать с меня? Я хочу первое выбирать. Я не против. Выбирай первое. Согласна. Открывайте. Сюрприз для вас. Вам понравится. Так, да, вот это. И у меня потрогать. Лизни. Лизни. Откуси. Отказываешься. Я лизну. Сейчас я только поверну. Ой, господи, что ты свои щупальца выбрасываешь? Вот это вот. Лизни. Выбрасывает. Облизывай. Вот то, господи. Что заняться нечем. Куда ты выползаешь? Что тебе... Облизывай. Давай, не отказывайся. Нет, давай. Ты не облизнула. Ты же ползает от тебя. Куда он встает? На вот этого более. Да, давай вот это. А мне потрогать надо. Давай, потрогай. Красавчиком ты идешь. Да. Влад, накрасим тебе губы. Ну ладно, давайте. А чего не стрелки? Да. Начнем с губок. Ну, губки, Влад, я скажу, тебе подходят. Да. Да. Открой, я не могу нарисовать. Красиво. Не, кстати, красиво, Валентина Ивановна. Оно не сильно, я думала, будет ярче. Валентина Ивановна похожа очень. Ну-ну. Девочки, я красивый? О, красавчик. Да. Красавчик вообще. Ладно, не подглядываем. Ну что, готовы? Да. Открываем. Лера, с тебя начнем. Так, я буду. Страшно очень. И у меня. Нет, чего? Да что надо так лизу? Потрогай. Я возьму нижнюю. Лизни! Откуси! Пальцы вот так открывайте. Аня. Корм для таракана. Это что? Это что? Это реально корм? Да. Нет, подожди. Да нет.
Аня, давай. Подожди, давай. Аня, начинай. Съешь. Аня, давай. Аня, Аня, Аня. Да ешь. Давай. Вкусно? Ну что это? Ну да, нормально. Нормально? Да. Теперь я. Давай лизни. Вот, лизни. Ну и попробуйте. Кстати, ну, на ваше вкусно. Да ладно, давай. И тебе выполнение ничего. Да. Это были конфетки мятные. Конфетки. Я познала, это не знала. Серьезно. Аня, тебе повезло. Классно. Да ей все время сладко попадается есть. Так честно. На топке закрывается. Закрывайте глаза. Ладно. Ну я так хочу еще кого-то нарисовать. Давайте вы сейчас не попробуете. Можно открывать. Я возьму вот это. Ой, сейчас я не. Что у тебя? Ничего. Ничего. Да ну так нечестно. Лизни. У вас одно и то же попадает. Апельсин. Аня, сейчас тебе точно повезет. Это что? Это что такое? Это зубопас, наверное, нет? Это зубопас? Да. Стой. Давай сначала лизну. Лизни. Потрогай. Не, нормально. Какой там... Как крем, я выполняю. Это как крем, но как зубная паста. Нет, мне это не нравится. Вы вообще все выполняете. А что это? Это зубная паста детская. Да. Детская паста. Клубничка, наверное. Наверное. Клубничка. Закрывайте глаза. Угу. Сейчас опять начнем с Ани, потому что, Лера, ты все время выигрываешь. Можно глаза? Открываем. Интересненько. Ничего! Я Лера, давай пять. Отпусти. Интересно, что же будет. Потрогай. Знаешь, у меня лизни. А мне нравится трогать, кстати. А что это? Это мука, наверное. Или манка. Ой, не мука, не манка, мука. манка. Давай, откуси. Стой, ты не трогай, не трогай. Я лизну. А ну-ка. Ну как? Что это? Вкусно? Очень вкусно. Да? Еще раз лизни. Лизнула, молодец. У тебя подбородок. Не знаю, что это. Это каша детская. Да. А, да. Очень вкусная. А да, это каша детская. Для детей. Все правильно, это было детское питание. Вы молодцы. Кстати, вкусно, как попкорн какой-то. Да, очень-очень вкусно. Закрывайте глаза. Угу. Я иду. Сейчас начнем с Дарины. Да. Не надо, давай. Все легкое и легкое. Можно открывать. Давай, можно открывать. Отпусти! Вот поэтому я не хочу быть первым. А у меня лизни. Теперь я. Знаешь, у меня опять ничего, ура! Ну, а что это? Интересно. Это что? Это что, Дарин? Какое-то, может это быть... Это вроде бы мыло. Давай, откуси. Теперь я. Все. И теперь я ничего. Я от вас в шоке. Да. Это как были пузыри. Я хотела разрисовать Дарину. А вас не было. Нет. Закрывайте глаза. А теперь предлагаю начать с Влада. Открывай. Давай, вот. Возьму этот. Откуси. Опять откуси? Можно? Да. Так, лизни. Знаешь, у тебя были потрогай, а у меня ничего. Потрогай. Да, ничего. Манго прям. Я вам гадала. Да. Да. Легко. А знаете, что я сейчас хочу прям? Может, тоже откуси. Как же вкусно. Вот, трогай. Огурчики. Аня, положи огурчики. Все, Аня неправильно сделала, мы ее дальше красим. Да нет! А мне ничего. Да я не знаю, вы как считаете, красить Аню мне? Да. Большинство, Анечка, за то, чтобы красить. Готовься. Что теперь? Что же? Губки. Ух ты, Шечка. А, ну я скажу себе.
сегодня ты пойдешь домой с макияжем. С красивым, с таким. На дискотеку уже можно. О, кстати, красиво, мне нравится. Да. Так, Влада красивее, мне кажется. Конечно. Ну что ж, да. Готовьтесь. Так, закрываем глаз. Я иду. Я сделаю. А кто сейчас первый тянуть будет? Давай ты, открывайте глаза. Так, я хочу, например, попробовать откусить. Ну, ничего. Вот везучий. Да ну все, Лера. Извини, конечно. Откусить. А вот откидаю. Нет, потрогать точно. Нет, нельзя. Нельзя. Пожалуйста. А, ну, хватит, вообще ничего. Так, давай. Кто тебе? Давайте я. Давай, пожалуйста. Я даже прям сниму. Смотрите, девочки. Давай, смотрим. Внимательно. Ого. Влад, ты можешь. Вкусно? Ой, мастер рассказал. Помада Влад. Очень, очень вкусно. Хватит, Дарина, она не мытая. А, да? Я туда помыла. Да. Потом. Девочки. На ощупь возьми, вот так вот полностью потрогай. Прям руку, прям вот так вот, прям чтоб сок потек. Ну, а теперь целуйтесь с Владом, у него прекрасный запах. А мне еще сейчас. Не одна себе. Влад молодец, здоровый. Важно. Закрываем глазки. Вот сейчас уже точно вам понравится. Можно уже открывать? Точно открывайте. Лера, ты опять первая? Да, да. Давай. Так, я хочу, чтобы у меня сейчас попалось. Я откусить. Потрогай. Ну? Дарина, откусить. Ничего. Я только... Откусить. А, значит, мне лизни. И что же там? Что это? Это что такое? Это молоко, гущенка, я не знаю. Да? Сейчас. Откуси, Влад. Чем пахнет? Все равно луком от тебя, Влад. Гущенка. Вкусно? Как там? А что это? Что я сам не знаю. А, это... Это... Нет. Это... Стойте. Вот, просто лизни. Лизни. Да лизни. Да нормально, лизни, ты даже не лизнула. Что, без вкуса? Угу. Что такое? Аня. Мне надо потрогать. Как трогай? Что это такое? Может мороженое, да? Да я тоже не мороженое. Это клей. Молодец, это клей. Хорошо. То есть его есть даже можно? Нет, ну не надо его есть, с собой вреден, но он не вреден для здоровья. Мне так хочется кого-нибудь еще разрисовать. Давайте вы уже не будете исполнять. Открывайте. Да? Нет, мы будем до последнего. У меня? Что? Потрогать. Потрогать. Слизни. Откусить. Ничего! Откуси. А теперь смотрите. Лера, давай. Лера, удачи. Нет. Давай. Ну, мясо просто Лера у нас не есть, да, ребят. Кусай, кусай. Или красишься. Или откусишь. Ой, откусить, откусить, прям откусить. Фу. Ну что, красим? Нет. Лера, давай. Да, я не могу укусить. Вот тут вот укуси, вот тут вот укуси, вот тут вот должно. Нет. Сейчас, вот. А ну пробуй, давай. Не бойся, я в тебя верю, давай. Вкусно ли? Что, нормально, с этого времени кушаешь мясо? Лизни, сначала лизни. Лизни, а, вот этот вот возьми. Фу. Я потрогаю. Все. Дарина, тебе просто повезло. Да. Чем дальше, тем сложнее. Вы заметили? Да. Ну что, продолжаем или уже заканчиваем? Продолжаем. Продолжаем. Закрываем глаза. Я иду к вам. А вот это я начинаю. Открывайте глаза. Можно. Ой-ой-ой. Аккуратно. Стой, подожди, еще дайте по одному. По одному, пожалуйста. Не откуси. Ой, по одному. Ой-ой-ой. Так а я что? Лизни. Не страшно. Ничего. Потрогай. Страшно. Начинаем. А что вот. Это такое? Что такое? Это каша, не знаю, какая-то. Какая-то... Ну, я начну. Консерва, ребят. Может быть. Да, согласна, консерва. Консерва похожа. Консерва? Вкусно? Как? Вкусно. Да? Да. Мне кажется...
Как мне это? Кажется, это собачий корм. Нет, кошачий корм иногда вкусным бывает. Ну, я скажу нормально. Да, нормально. Не знаю, почему мне кажется, это просто самый обычный кошачий корм. Чувак. Ням-ням-ням. Да, кошачий корм. Да. Пахнет кошка. Ну, потому что это было молотое сало. Начнете проигрывать. Я уже с вами не проиграю. Закрывайте глаза. Это уже последнее, потому что сейчас заканчивается урок. Узнаем, кто у нас победитель. Да. Ну что, можно открывать? Открывайте. Можно я первый? А, страшно. Давайте что-то вот все отпустили. Кто сможет только потрогать? Потрогай. Откуси. Давай. Ага. Откуси. Ничего. Окей. Последнее и самое вкусное. Туалетная бумага. Можно? Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Мне лизнуть. Да. А мне надо лизнуть. А мне надо откусить. Вкусненько. Откуси. Держи, кусай. Вот тут откуси, прямо вот тут вот так, прям смело так. Давай я помогу. Откуси бумажку. Ням-ням. Ну что? Итогом нашего конкурса, Анечка, ты два раза правильно сделала, Владик тоже, а Дарина и Лера, вы вдвоем молодцы. Шоколадный батончик на двоих.